Добрый день, меня зовут Габриэль Шульман. Я учусь в Латвии в 6 классе Рижской еврейской школы имени Шимона Дубнова. И это моя работа для проекта «История моей семьи». Моя работа называется «Фамильные часы». Для ее создания я использовал стеклянные и деревянные заготовки, декоративную проволоку, бумагу, акриловые краски и фотографии из семейного альбома. Эта работа посвящена моему прадеду, Льву Павловичу Йоффе, который всю жизнь работал часовым мастером. Именно это и натолкнуло меня на идею сделать работу в форме часов, где каждый час символизировал бы один из периодов жизни моего прадеда. От детства в Запорожском Мелитополе, службы в армии во время Второй мировой войны, до послевоенной жизни в Риге. Каждый час на циферблате можно открыть и посмотреть фотографии разных лет. На примере судьбы моего прадеда можно проследить судьбы многих украинских евреев, жизнь еврейских общин до революции и после, войны, фронт, эвакуация и переселение в новые места. Моему прадеду и его семье все это пришлось пережить. Изучая семейные архивы, я увидел, насколько необычна география моей семьи. Это разные страны – Украина, Латвия, Литва, Грузия, Франция, Израиль. Для меня очень важно знать свою семейную историю, свои корни. И эта работа позволила мне познакомиться с жизнью моего прадеда, еврейского часового мастера из Запорожья, Льва Павловича Йоффе.